Нет. Неужели ничего нигде нету? Там же вроде что-то детализированное такое. Не похоже, что это просто вот так вот. Нет, видимо, это все-таки конец концов. Поэтому, я думаю, можно выходить отсюда. Точно нигде ничего не открывается. Я же Матрешкин, господи! Да ну в жопу! Зараза, а? Прям лезет под ствол, под дуло автомата, так и напрашивается, скотина. В следующий раз буду стрелять, не задумываясь. В эти норы спокойно можно, блин, как пешком под стол ходить. Не нагибаясь даже. Так, ну мы доехали до конца. Я чувствую, сейчас будем париться насчет открывания дверей полчаса. Дверь неспроста здесь, я думаю. То есть придется идти туда, стрелять и открывать дверь. Это в любом случае на действующий пульт не похоже, как будто он отключен. Ладно, здесь есть противогаз, это уже хорошо. Или плохо. Как предзнамение того, что придется его в следующей локации использовать. Зарядим фонарик. Точно нельзя сюда там пролезть? Ну это реально какая-то дырень, как будто, я не знаю, новое метро. Нет, он все-таки работает, поэтому я проверю, что здесь у нас. Ой, ё-моё, господи, мать твою, кто же здесь? Уборщица лет 20 не приходила, я чувствую, да? Все засрали, падла. Это что такое? То же самое, что у меня, двухстволка. Ну, лады. Ой-ё. Это ж долбанная горелка, я сейчас ослепну, я чувствую. Нифига не видно. Так, туда по-любому можно пробраться, я думаю. Иначе это будет подстава подстав. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте только мне на голову не вылупляйтесь прямо уж. С корабля на бал. А можно, интересно, с собой ее взять? Нельзя. Здесь отвратительно. Просто отвратительно. Вот такие. Зараза. Этот с каким-то пузом вместо того, чтобы жалить меня, бегает. Что он делает, я не знаю. Наверное, взрывается. Да иди ты сюда, сколько можно за тобой бегать-то? Эй, парень! Не наглей так, у меня еще дела. Хватит меня задерживать. Да харе по потолку бегать, черт возьми! Ну ты вообще наглый! Так дела не делаются, я бы тебе сказал. Сейчас покажу, как делаются. Этот в минус. Этому осталось недолго, я чувствую. Да иди сюда! Блин, еще один вылупился, пока я тут... Не, они тоже пытаются ужалить, но... Каким местом они пытаются меня ужалить, совершенно непонятно. Чем им там жалить? А, нет, он пытается меня укусить. Да ты-то откуда, ёшкин матрёшкин? Тут столько желающих меня сегодня немножко поесть. Я вообще не жадный, но столько желающих, от меня ничего не останется, ребят. Так что простите, давайте вообще никто тогда не будет ничего пытаться со мной сделать.
Да сдохни ты уже! Эти бронированные заразы. Ты еще живой, что ли? Только что получил дробиной в лицо. С метра, наверное. Смотри, твой дружок бьется в конвульсиях. Надо ли оно тебе такое счастье? М? Видимо, надо. Ну, получай счастье. Че, воскрес, что ли? Как Иисус? На Иисус ты не похож, парень. Давай-ка помрешь уже. Да хорош лезть-то. Блин, у них там такое ощущение, как бесконечно какой-то кокон. Все лезут и лезут, твари. У меня сейчас уже фонарик, блин, кончится. Заряжать придется заново. Где тут горелка? Есть тут горелка еще одна? Давай, 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 давай. Еще кто-то вылупился, судя по звукам. Хотя, может быть, это мелкие, не знаю. Да подохни ты уже, скотина! Изыди, ёшкин-матрёшкин! Изыди! Нахер. Успокоились, братишки. Это я называю перебор, блин, в амбициях. Что-то ни трупов, нифига. О, наконец-то. Надо было просто подойти сюда. Но кто ж знал-то, кто ж знал-то? Так, это не лампа. Тоже ничего такого, кроме яиц, нету. Давай заколебали лезть, честно. Сколько можно-то? Скоро вас просто гранатами буду закидывать, от нефиг делать. Так, 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 так. О! Сейчас кто-то получит в подбородник лучом сияющего света. Вот и все. А что я получу взамен этого героического поступка противостояния судьбе? Тут ничего нету, блин. Тут вообще ничего нету. Что я получаю за то, что я сюда дошел, блин? Сквозь тернии, практически к звездам. А? Даже трупа какого-то нету гнилого. Ничего нету абсолютно. В качестве приза. Это прям гадство какое-то, я бы сказал. По-другому не назовешь. Пару парнишек и все. Блин, они как будто у меня по голове ползают, честное слово. Вот такие звуки. Да слезь ты уже, Тарзан недоделанный. Сколько можно выкобениваться передо мной? Уже все. Концерт окончен. Сколько можно повторять? Все, все трупы, успокойтесь. Граждане. На бис выступления не будет. Ладно, тебе на бис сделаем. Все, точно никого. Вылупился, блин, обратно. Ладно. Открываем эту гермодверь. Ну-ка, посмотрим, как она светит. Да это ж машина времени. Из назад в будущее. О, судя по звукам, там гостей достаточно. Я лучше заберусь вовнутрь. О, я так и знал. Я же так и знал. И, судя по всему, их это никак не смущает. Я имею в виду этих тварей. То, что здесь газ. Посмотрим. Угу. Тут рельсину заклинило, я бы сказал. Сейчас бы перевернулся и все. Надо перевести стрелки. Так, и что поменялось?
Ничего не поменялось, я бы сказал. Угу. А, понятно. Так нет, нормально же было вроде. Вот так должно быть. А если так? А так я еду прямо. У меня хороший выбор. Туда или туда? Так, это налево. Это направо. Поехали. Прям в стенку. Погнали. Да ёшкин матрёшкин. Так и знал, что сейчас чуть не перевернулся бы. Воу-воу-воу-воу! Приехали! Я разбил свой долбанный... Здесь какой-то тайник, судя по всему. Просто. Ой-ё, кто-то обосрался и сдох. Понятно, здесь просто обвал и немножко патронов. Ботинок есть, можно взять на будущее. Нормальное окончание жизни, я бы сказал такое. Свет нигде не включается, замок, естественно, не собьется. Это что такое? Тоже монстр. Фиг поймешь тут. Еле-еле можно отличить кое-как людей от монстров. Я же разбил свой долбанный. Жалко. Противогаз жалко, блин. Давай назад. Да хорош! Застревать-то. Но теперь по сюжетной. По сюжетному пути поехали. Да хорош! На века называется сделано, блин. Пожалуй, там я уже... Хотя... Хотя можно, в принципе, проверить, что там есть. Не думаю, что здесь стоит стрелки переводить. А, ну тут и не переводят стрелки. Так, давай-ка без этого. Надо новый вкрутить. Фильтр. По-любому сейчас на меня нападут. Желающих-то полно. Но ты прям меня убедил в том, что я ничтожество, парень. Одним ударом прям в нос. Надо подзарядить фонарь, то он сейчас вырубится. Нафиг. И буду я радоваться один в темноте.